Самолеты так летать не могут. Но когда за штурвалом сверхнового истребителя Т-50 опытные пилоты выполняют фигуры высшего пилотажа, становится понятно – могут. Еще как. Современные боевые машины уже никогда не будут прежними. Теперь это и истребитель, и штурмовик, и бомбардировщик, который может выполнять любую задачу. В небе самолет 5-го поколения. Это значит, он невидимка, то есть незаметен для радаров противника. Значит, самый быстрый, максимальная скорость больше 2500 км/ч. Значит, с искусственным интеллектом. Сам думает и совершает операции, о которых раньше нужно было заботиться пилоту. Летчик взлетел.